В этом трехэтажном доме в агрогородке Ходосы Каменецкого района могла произойти история с трагическим финалом. За закрытой дверью чуть не погибло пятеро детей и их горе-родители, забывшие на плите готовившуюся там пищу. Не подвел пожарный извещатель, сработавший на задымление. Услышав шум, почувствовав неприятный запах, на помощь подоспели соседи. Слышали писк, как он упикал. Все, спустились на второй этаж. Но запах уже был даже и без извещателя, тут уже было ясно, что-то там и не так. А я в этот момент за девочкой, она стояла в коридоре, самая маленькая. Остальные все дети спали, кто в зале, кто в соседней комнате. И в этот момент разбудили мать, она спала в последней комнате. И детей повыводили всех на подъезд. Вверху не спали, у них тоже ребенок инвалид, они мы купали ребенка. И вот запах дыма, конечно, все это послужило. Плюс пожарный извещатель, потому что, ну, акустика здесь очень хорошая. Отреагировать на случившееся хозяевам квартиры помешало алкогольное опьянение. Это в свое время стало основанием для постановки семьи на учет. Люди об этом знали, поэтому всегда держали руку на пульсе. Мало ли что. Как оказалось, не зря. С такими семьями, конечно, нам приходится работать не один раз. Это система, это работа отдела по образованию, это работа районного исполнительного комитета, всех структур и ведомств нашего района, которые систематически работают по устранению причин семейного неблагополучия в районе. И, конечно же, эта семья у нас давно на контроле, с ней мы уже неоднократно встречались, неоднократно рассматривали семью на комиссии по делам несовершеннолетних. Родители предупреждались о необходимости добросовестного выполнения родительских обязанностей, созданию благоприятных условий, в первую очередь безопасных условий для проживания в этой семье. Но вместе с тем определенных выводов они не делали. И при неоднократных посещениях родителям было рекомендовано установить АПИ в квартире, ну, что на сегодняшний день повлекло, скажем так, определенные положительные результаты, вот, где мы видим, что у нас спасены не только жизни детей, но и самих, в принципе, родителей. Сейчас устанавливается полная картина произошедшего. Трое старших детей после осмотра медиками размещены в Каменецком районном социально-педагогическом центре. Еще двое проходят обследование в больнице.